Всем привет, меня зовут Сергей Покровский. Серега хороший парень, с ним очень просто было вести диалог. То есть мы сразу же на него зашли, говорим: Сереж, так и так ты нам интересен. Ты молодой, забивной, в мини-футболе, в большом футболе мы тебя не видели никогда. Ну, в принципе, говорю, забивать умеешь, соответственно, наверное, как бы сможешь забивать и тут. Раньше занимался в школе Торпедо Владимир. Сейчас в основном занимаюсь мини-футболом. Играл на Золотое кольцо по мини-футболу. В команде у меня много друзей. Опять же, то есть я сразу же говорю, то есть так и так. То есть друзья у тебя здесь. Насколько тебе интересно? Он говорит: да, мне интересно, я буду, как бы я готов. Хотелось бы закрепиться в основе. И я надеюсь, мы выиграем этот сезон.